Всем привет! Еще на обзоре у нас сегодня популярная моделька от Bosch. Это продается как семечки. Новинка 2019 года. Моделька GVS 18-25 Li. Что значит GVS 18-25 Li? Значит, GVS это серия болгарок угловых шлифмашин. 18. Это мощность двигателя 1800 Вт. 125-120 круг. S. S это сейчас, подождите, я вам подскажу. Система крепления. И L-очка это то, что у данной болгарки повышенная мощность. Значит, моделька раньше была 1,5-киловаттная. Называлась 15-125 SE. Вот, то есть стал более мощный двигатель. И давайте еще разберемся, какие тут есть новинки, изменения. Значит, давайте еще по комплектации. Стандартная комплектация. Значит, моделька имеет, давайте подождите, прямой корпус, стандартный прямой корпус, ручка. Вот такая с такой красненькой штучкой, это типа системы вибрации, шайба, зажимная гайка, кожух, я его накинул, ключ для зажима. Ну, стандартная комплектация для любой болгарки. Это у нас инструкция по эксплуатации, паспорт, где желательно что-то почитать. Значит, давайте по самой модельке и посмотрим, что и как сделано. Крупно, подробно. Значит, имеет функцию kickback stop, такая очень умная. На нашем русском языке это защита от заклинивания. То есть, если диск заклинила, машинка выключилась и не отдергивается, не отбрасывается. Значит, давайте ближе покажу вам эту модельку. Откуда начать? Внешне стандартная болгарочка. Кожух легко одевается. Здесь у нас клавиша пуска, все прорезиненная рукоятка, не особо прорезиненная, но на ощупь очень-очень приятная. Стандартно сверху регулятор оборотов, фиксация для того, чтобы поставить диск. Все, прямая болгарка, идеально для зачистных работ. В принципе, для зачистных работ она и берется. Значит, есть у нас где-то тут вот шильдик. На шильдике есть номер. Для того, чтобы зарегистрировать на сайте, только тогда будет гарантия 3 года. Часто, видите, спрашивают, где производится. Большинство болгарок пошлинских делаются до сих пор в Германии. Обороты 12 тысяч. Круг. Резьба М14, это которая на подкруг для наброса шайбы. Здесь у нас металлический редуктор. Он, ну, как и на всех болгарках, он как бы способствует быстрому охлаждению и тому, что она мощная. Ну, производитель пишет, что много вентиляционных отверстий. Отверстия, как обычно, на любой болгарке. Как обычно, хороший провод. Защита от излома. Ручка с двух сторон. Но это на любой болгарке. Даже не знаю, стоит ли это показывать. Давайте близко вам покажу редуктор. Литье. В принципе, от предыдущей модельки
отличается более мощным двигателем. Имеет серию Heavy Duty, позиционируется как профессиональный инструмент для ежедневной работы. Синий Bosch, гарантия 3 года, только при условии регистрации на сайте. Значит, весь инструмент Bosch у нас оригинальный, с гарантией по цене. Хочу вам проговорить промокод. Значит, цена на сайте у нас рекомендованная розничная, как и в любом интернет-магазине, который торгует оригинальным Bosch. Но для тех, кто смотрит обзоры, для подписчиков канала, вы уже знаете, есть промокод TOOLS2020. Как это работает? Сделали заказ. В корзине есть такое окошко «Ввести промокод». Вводите промокод, и цена автоматически пересчитывается. Пересчитывается, и скидки бывают до 15%. В зависимости от моделей они разные, в зависимости от времени, но они всегда есть. Если есть какие-то сложности с введением промокода, можете обратиться к менеджеру. Сказать, хочу промокод, хочу купить чуть-чуть дешевле. Видел обзор, техника нравится. Болгарочка ходовая, маломощная, по цене очень приемлемая. Мы советуем. Ну что, приходите, покупайте. Смотрел, кстати, много обзоров, все хвалят.